США назвали самые грозные российские подлодки. Список составило издание National Interest. В нем 5 подлодок самой лучшей обороны, пробить которую не в состоянии их западные аналоги. Первое место у атомной подлодки «Щука-Б». Как сообщается в издании, субмарина представляет собой реальную угрозу с учетом проведенной модернизации. На втором месте подводная лодка 877-го проекта «Палтус». Эти АПЛ стоят на вооружении военно-морского флота Российской Федерации, а также флотов Индии, Китая, Ирана. Третье место заняла «Варшавянка». По сути, модернизированная модель проекта 877, однако она более скоростная. Четвертое место у «Борея» проекта 955. На головном корабле «Юрий Долгорукий» 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и 6 торпедных аппаратов. Замыкает список АПЛ проекта «Ясень», самый первый корабль проекта «Северодвинск». Этот тип подлодок может погружаться на глубину до 600 метров и представляет серьезную угрозу соперникам, пишет National Interest.